Саня, по твоей просьбе, вот это, смотри, каток, короче. Хоккейная площадка на базе Турсибовской. Там он домики, он летний стоят. Они сейчас не работают, никто там живет. Там он, дальше аквапарк он. За горочкой его видно. Вот, там горы. Красота, конечно. Так, а вот там, там получается мини-зоопарк он есть. Там что-то отсюда, по-моему. Павлин, по-моему, что-то. Кролики есть. А тогда мы были в прошлый раз. Это получается вот летняя площадочка такая. Эти тренажерчики небольшие. А в прошлый раз мы были вон там. Была дальняя беседка. Получается, вон тот летний, где в пинбол играют. И там вот возле него дальняя беседка была. Здесь тоже беседки есть, тоже мангалы стоят. Там дальше вот ресторан, где мы завтраком, обедаем и ужинаем. Кормят, кстати, довольно-таки хорошо. Вкусно готовят повара. Вот. Ну, такой вот каток. Сейчас уже, правда, на улице где-то 0 градусов. Так что днем до плюс 6, до плюс 5 поднимается температура. Так что лед уже, конечно, маленечко подрастаял и крошится, короче. Вот. Там попробуем, может быть, что дальше снять. Где мы живем, где таунхаусы, где эти люксы стоят. Вот так планы. Там вот дальше, вот где беседка стоит, там дальше спускаешься, и река Катунь течет. Такая вот красотень здесь. Сейчас уже время под вечер. Солнышко заходит. Он город так освещает, красиво, конечно.